В рамках социального раунда «Стоп-гаджет» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию на одной из улиц Одинцова. Пешеходам напомнили основные факторы, снижающие необходимую при переходе дороги концентрацию. Самым опасным из них остается мобильный телефон, особенно с наушниками. Автоинспекторы призвали граждан не отвлекаться на гаджеты и помнить о своей безопасности. Дорога – зона особого внимания.